Наш название! Богу за Ленинку! Наш девиз! Лупарей, лупарей, кто не кушает, тот ест! Мы знаем, куда занесло. Добрый день, как вас зовут и какого персонажа? Я Илья Ефремов, я отыгрываю пионер вожатого. Вот на Ленинку строимся на улицу! Надеюсь, хорошо, я готовился, был дедлайн, я резко отращивал волосы. За ближайшие 3 года как у Маркова, чтобы посетить это место и быть здесь с вами. А теперь настоящий девиз! Лучше, чем твоя девчонка, Нику, правая ручонка! А что вас вдохновило на эту работу? Жена. С какими трудностями вам пришлось столкнуться в первое время? Ну, у меня на самом деле не было трудностей. Мне очень понравился мой отряд, он очень дружный, очень отзывчивый. Мы нашли общий язык буквально сразу. Это, блин, ламповые, клевые ребята. Я очень рад, что мой первый советок был именно с ними. Слава Белорусии! Они не умеют! С какого года вы посещаете Совенок Фест? Официально с нынешнего. Но первый раз я был здесь 1.5 года назад, который нелегал, даже для нелегалов. Я просто, грубо говоря, приехал с палаточкой, жил в лесу. Ну, как бы, иметь хорошего вожатого — это хорошо, и я подсуетился. У нас на Виоле будет постройка корабля. Чем попизднее, чем красивее он будет, тем, соответственно, больше нам баллов сделают. Как вы относитесь к изменению места проведения? Я скажу, что это почти тоже на то же, потому что если посчитать все плюсы и минусы, которые у всех разные, что у этого места, что у старого СОП, они примерно одинаковые, но, на мой взгляд, лично, на чуть-чуть лучше предыдущее место, потому что, ну, атмосфера важнее, на мой взгляд, атмосфера важнее, чем какие-то удобства. Артём, давай же плец! А что вам здесь больше всего нравится? Корпуса, хотя те домики тоже были классные. Нормальный душ, нормальный туалет. А сцена очень хорошая для выступлений, там можно было и отрепетировать, да и вообще со светомузыкой и со всем это выглядит гораздо лучше. И чтобы остальные не видели все, что мы там творим. Вот, как это? Столичная водка или ЗОЖ? Столичный ЗОЖ. Наш второй девиз! Лучше, чем твоя девчонка, Нику, правая ручонка! Мы скажем, она тебе не слово. А ты не откажешь потом, а? А ты не откажешь потом. Главное, чтобы до дела не дошло, а там говорить все угодно. Как ты познакомился с бесконечным летом? Это было очень странно. Ну, еще тогда, когда самой игры не существовало, мой друг очень любил сидеть на 2ча. И он сказал, что, блин, мужик, я тут сижу в таком чатике, да есть 2ч, это страшное место всея интернета, там всякие эти упоротые люди обкладывают друг другу А еще они хотят сделать игру, в котором будут персонажи женского пола олицетворять все их пороки. Так я познакомился с бесконечным летом. А мне что делать? А ты сбоку. Строят. Меня изгоняют, что ли? А ты у нас типа барабанщик, давай рифм. Так, а твой любимый рут в игре? Именно рут? Да. Ну, если говорить о любимом руте, пожалуй, это рут Мику. Он похож на Шиваров. Как это правильно? Хочешь, это же Мао. Это не Мао. Тиммерсен. Так, и твой любимый персонаж тоже Мико. Она, видимо, не очень любит кузнечик. Нет, как ни странно, мой любимый персонаж — это Славя. Ну да, Славя хорошо.
Мику! Мику! Богу на пику! Наш девиз! Лук-порей! Лук-порей! Кто не кушает, тот гей! Мы знаем, куда засаживать лук! С какого года ты посещаешь Соленый Фест? Это первый. Разобрали. Вот. Значит, по поводу Жожа и Шрека. Жожа у нас Илюха, Шрек под вопросом. Я Жожа? Я Жожа Илюха. Я вам Жожа Илюха. Нет, другой Илюха. Все. А как ты отнесся к изменению места проведения? За унижение вышь! Сейчас пойдет унижать. Ну как бы, ну и хрен с ним. Без Волги, конечно, плохо, но тут так неплохо. Что больше всего вам здесь нравится? Наверное, то, что я здесь. Столичная водка или ЗОЖ? Слушайте, представьте меня в покое! Мне уже и так плохо. После ЗОЖа и после водки. Домосеку свой отряд. Мы собираем дружной кучей. Ищем мы врагов погуще. Ваша любимая вайфу. Лена. Сколько на своем квесте? Уже второй год. Как вам эта смена? Ну, пока что она, конечно, не закончилась, но все же. Смена хорошая. Особенно атмосфера. Три продано! До дома довезите сначала. Леночка, говорит спасибо за модель, что приселил у себя. Вот так нам благодарить, ребят. Это настоящий лайф. А чем вы тут занимаетесь? Ну, я просто видел, что вы фотографируетесь, снимаете. Ну, это мое хобби. Просто стал фотография. Как долго этим увлекаетесь? Ну, уже где-то с 2001 года. Ого, а что вас вдохновило на это? Мой дедушка. Он... Я тоже много фотографировал. Я описал его фотографии. Я как-то заинтересовал это. А ваш?